В Люберцах прошел ежегодный смотр коммунальной техники, предназначенной для содержания территории в зимний период. Глава округа Владимир Волков осмотрел снегоуборочные машины и оценил готовность коммунальщиков к уборке дорог и дворов от снега. Подробнее расскажем в сюжете. Зиме готовы? Да. Готовы. Готово. Настроение бодрое, боевое. Справились со снегом? В борьбе со снегом задействуют все коммунальные службы округа и подрядные организации, работающие на территории Люберец. Сегодня здесь представлена лишь малая часть техники, которая будет содержать автомобильные дороги и придомовые территории в чистоте. В зоне обслуживания ЛГЖТ почти 400 дворов. В этом году есть определенные изменения. Средства малой механизации закупили. Здесь, для примера, стоят 5 единиц, порядка 30 из расчета 3 единицы на ЖЭЛ. Уже закупили через лизинг погрузчики. В этом году, в отличие от предыдущих лет, ЛГЖТ дополнительно нанимает на очистку проездов. Это погрузчики в виде бобкетов форм-фактора и погрузчиков уже более крупного, там до тонны грузоподъемностью. Парк специализированных машин укомплектован. В полной готовности и аварийно-восстановительные бригады ЛГЖТ, Люберецкого водоканала и теплосети. Для борьбы с гололедом закуплено почти 6 тысяч тонн песко-соляной смеси и 1000 тонн реагентов. Готовы на 100%. Прошлая зима, в принципе, показала, что мы можем справляться со сложной зимой. Надеюсь, что в этом году мы пройдем ее еще лучше. 45 единиц именно под метально-уборочной техники у нас готовы. Также у нас порядка 35 единиц еще вспомогательной техники. Поэтому зиму пройдем достойно. Техника каждый год становится современней. Больше появляется механизированного инструмента, такие как роторы бензиновые и так далее. Они позволяют более эффективно и быстро убирать снег. Мы также увеличили количество дворников по территории городского округа, по территории управляющих компаний. Службы проверены. Все доложили о своей готовности, ну и по результату будем подводить итоги. Всего в уборке снега в округе задействуют более 150 рабочих и 105 единиц спецтехники. В случае обильных снегопадов будут привлекать дополнительные снегоуборочные машины. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛТВ.